До нашої студії сьогодні завітала Ганна Кисіль, дипломований спеціаліст в області фізичної культури і спорту, старший тренер групових тренувань фітнес-клубу. Доброго ранку. Доброго вітаю ранку. Вас у нашій студії. Ну що, з чого ми почнемо? Бо обіцяли сьогодні і вправи для робочого місця, але я думаю, перед цим треба і зранку прокинутись бадьоро. Давайте да, почнемо. Спочатку ми почнемо з дихання. Це дуже важливо. Упражнення будуть прості. Ви зможете їх легко повторити вдома. Хорошо. Так, почнемо. Стопи ставимо на ширину таза. Делаємо глибокий вдох. Выдох. Повторяем 4 раза. Еще. Хорошо. И еще. Хорошо. Делали круговые движения плечевым суставом назад. Хорошо. Опускаемся чуть ниже. Стопы разводим шире. Угу. Делаем глубокий вдох. И поработаем ладони на бедра. Поработаем с грудным отделом позвоночника. Угу. И с поясничным. Вдох. Грудина вниз. На выдох лопатки вверх. Полностью поднимаемся, вдох, и на выдохе вверх. Еще. Не забывайте при этом дышать. Очень важно проработать наш позвоночник после сна. Еще. Хорошо, еще два раза. И остались в нижнем положении. Угу. И детально уже поработали позвоночник. Вдох, выдох. Після ранку взагалі ідеальна вправа. Хорошо, щоб опуститися ниже, розводимо стопи шире. Угу. Ми розомнем наші ноги. Стопи ставимо паралельно. Ось так. Хорошо. Угу. І робимо перекати вправо-вліво. Ладоні можна поставити на бедра для більш устойчивого положення. П'ятки не відриваємо. Ага. Хорошо, стопи більш паралельно. Так. Это простое упражнение, вы сможете повторить его дома самостоятельно. Угу. Хорошо, еще два раза. И остановились на правой ноге. Ладони можем поставить на пол. Угу. И начинаем растягивать наши мышцы. Да. На подъеме делаем выдох. И повторим еще 4 раза. По 8 повторений на каждую ногу. И последний раз. Перенесли вес на левую ногу. Хорошо, ладони также на пол. Поднимаемся вверх. Дышим. Не забываем дышать. Как вы себя чувствуете? Ножки болят. Ножки болят. Мы их только разогрели. Угу. Нельзя начинать работу без разогрева. И вверху стоп. Привели стопы. Угу. Хорошо, положили корпус на бедра. Так. И вытянули себя лопатками вверх на выдохе. Хорошо, медленно поднимаемся. Это мы сделали небольшую разминку. Слухайте, я действительно разогрелась, прокинулась. Хорошо, так. И начнем с базового упражнения. Угу. Это приседание. Стопы на ширину таза. Так. Хорошо, опускаемся вниз, делаем вдох и выдох. Итак, 16 раз. Ого. Уводите таз назад. Хорошо. Ну как, вы же согрелись? Угу. Проснулись? Семья зовет чувак. Еще. Со мной вместе. Хорошо, еще два раза и закончим. Хорошо. Стоп. Делаем наклон корпуса, отводя таз назад. Так, вот так? Да, спинка ровная. Угу. И поднимаемся. С утра желательно работать с собственным весом. Потому что организм только проснулся, нагружать его нежелательно. Прыжки с утра мы исключим. Ага. То треба щось таке легеньке, щоб прокинутись. Да, что весь организм проснулся, сильно вы его не нагрузили, но разбудили. Еще два раза. Старайтесь голень держать вертикально. Хорошо. Подходим к нашему коврику. Так. Основная длина коврика за вами. Угу. Опустились вниз, ладони поставили под плечевой сустав. Я сейчас покажу, что мы делаем, потом прокомментирую. Сначала мы опустились. Поднялись. Так у нас отжимание. Ого. Для девчонок я рекомендую отжиматься на колени. Угу. Поставили. Отжим. Таз разогнули. Нет. Толкнули таз вперед. Вот стопы на пол. Угу. И 4 раза.
Раз. На подъем выдох. Два. Три. И поднялись на стоп. Yeah. Хорошо. А теперь четыре колена к груди. Хорошо. Стоп. Вывели таз вверх и растянули позвоночник. Хорошо. Медленно подвели ладони к стопам. Резко не встаем. Хорошо. И медленно поднялись вверх. Как вы себя чувствуете? Ой, мне уже спокойно. Я же точно прокинулась. Желательно повторить 2-3 таких подхода. Хорошо, повторять не будем, я покажу, что дальше. Так. Опускаемся на коврик. Мы начали часами будет повторивать. Да, желательно 2-3 повторения. Опускаемся на коврик, садимся. Мы уже согрелись. Так. Позвоночник мы проработали. Сейчас мы проработаем мышцы пресса. Все девчонки хотят красивый живот. Девчонки. Опускаемся вниз. И поднимаемся вверх. На подъем выдох. Можно поддерживать голову, если у вас, вы чувствуете мышцы шеи, поддерживайте голову, вам так будет легче. Но, как правило, когда поддерживают голову, начинают сильно тянуть шею. Да. Хорошо, на подъем выдох. Как вы себя чувствуете? Бодёро. Очень важно дыхание. Не задерживаем дыхание равномерно. Так можно повторить 16-20 повторений. Дальше обязательно мы должны растянуться. Мы мышцы разогрели. И начинаем на выдохе носки стоп натягивать на себя. Делать волнообразное движение вперед. Очень важно мышцы, чтобы были эластичными. Хорошо, ладони на стопы. Вот насколько вы можете затянуться с другими коленями, да? Может, таким пальчиком. Даже у меня нема этой растяжки. Так. Хорошо. Еще потянем правую ногу отдельно. Потянулись. Хорошо. И левую. На выдохе все движения на растяжение делаем на выдохе. Хорошо. Итак, мы поднимаемся. Это была небольшая разминка утренняя. Дома. Вдома, це щоб подіритися перед роботою. Перед домом треба якісь вправи для роботи. Тепер для роботи. Очень важно наш шейный отдел позвоночника, потому что, как правило, сейчас очень много гаджетов. Идет движение вниз, сгибание, защемление. Итак, движение головой. Делаем справа налево, полукруг. Нет. А, полукруг. Напив, да. Полукруг. Полное движение. Желательно исключить. Потому что голова тяжелая, мышцы шеи слабые. Хорошо, движение в горизонтальной плоскости. Справа налево, слева направо. Хорошо, поднимите вашу правую руку, аккуратно положите на голову и потяните вашу голову вправо. Все движения должны быть плавными и влево. Хорошо, две ладони на затылок. Ваша грудная клетка находится над тазом, локти в поле бокового зрения. Хорошо, потянулись взглядом вверх, на вдохе и на выдохе посмотрели в пол. На вдохе в потолок, на выдохе в пол. И так повторите 4-8 раз. Вдох, выдох. Потянулись вверх, хорошо, опустили руки вниз. И очень важно еще ваши плечевые суставы проработать, чтобы не было защемления в шейном отделе позвоночника. Я уявляю, как будет выглядеть эта картина. Сидишь на работе, потом резко встаешь и давай голову, шею, руки. Резко вставать не нужно. Еще очень хорошее упражнение. Делаем вдох. И потянулись на выдохе лопатками от себя и ладонями от себя. И вы почувствовали, как между лопатками да, у вас растяжение происходит. Хорошо. Очень важно движение сопровождать правильным дыханием. Вдох, подали грудину вперед вверх. Хорошо. И на выдохе расслабили. Снова наши плечевые суставы. Опустили и расслабили.
Будь тебе така зарядка. Слухайте, дійсно збадьорилися і прокинулися. Я думаю, дійсно, за допомогою вправ нашої гості, тренера сьогодні, Ганни Кісіль, ви дійсно будете бадьорими і зранку, і на роботі, і перед роботою. Перед роботою точно після таких вправ, бо і навіть я прокинулася сьогодні. Дякую вам, що завітали, показали. Я думаю, наші глядачі точно будуть повторювати, бо вправи дійсно класні.